Исландцы не самое наилучшее пожелание. Нам сегодня на море. Погода уже ближе к вечеру, погода уже такая, опять начинает портиться, тучки у нас везде, повсюду. Но водичка теплая. Купается сегодня только наш ребенок. Я даже купальник не одевала, потому что не знала, как и что будет. Ветер такой сильный. Людей очень много. Здесь вот сразу кафе на пляже. Кто отдыхает, потом можно сразу же пойти покушать. Там вот парк находится. Водичку пойдем потрогаем. Теплая, только грязная сегодня из-за ветра. Там катамараны. Это наш пляж, он воздушный шар. Сейчас может получиться, видно будет. В общем, начинают отдыхающие прибывать. Часто спрашивают показать наш пляж. Как у нас тут все обустроено. Пляж вообще рискованно, честно скажу, показывать, потому что очень много женщин без купальников. И потом ко мне YouTube будет претензии предъявлять, что снимаю обнаженные тела. Так что лучше я в море покажу кораблики и всякое такое. И пустые шезлонги без бабочек. Пасочки строят. Да, конечно, он уже сколько настроил. Конечно, радость. Милеша моя плавает как. Иди сюда. Но, Венеси. Венеси, шири. Милен, стоп. Венеси, вен. Ванна же иси. Давай, плавай здесь. Давай, возле бережка. Давай, здесь. Вот так. Это под руль. Он, видишь, кто-то выкинул. Ну вот, все, мы уже дома, вернулись с пляжа. И пока я в ванной, хочу сразу показать вот эту вот косметику. Дело в том, что когда я показывала кремчик вот этот, вот что он у меня закончился, я вот только-только купила новый. Буквально по дороге домой с пляжа мы заехали в супермаркет, и я взяла себе, потому что тот закончился. Я очень довольна вот этим средством, и ценой его недорогой, и тем, как он работает. Но сейчас речь о чем? Мне подписчица написала, что как вы относитесь к тому, что косметики Гаринье, что, ну, после того, когда я показала, находятся парабены. Я не знаю, ну, где вы их увидели. Вот написано «Сан-парабен». Это значит, нет парабенов в этом креме. Затем, потому что в тот раз, когда я показывала, у меня была только, ну, упаковочка, вернее, как сам тюбик, а упаковку-то я выкинула. И сейчас, вот, поскольку из супермаркета приехала, я все прочитала, и парабена я не нашла. Затем, вот маска тоже, здесь вот тоже, смотрите, показываю, сан парабен, то есть нету парабенов, дерматологически протестировано. Затем, что у меня еще нашлось от Гарнье, это шампуни, которые тоже я часто покупаю, тоже я часто показываю. И тоже написано, что без силиконов и без парабенов. Так что я не знаю, в какой именно косметике, что вы именно имели в виду, но хочу и себя успокоить, и вам дать информацию, что, как бы, ну, не знаю, может быть, в других странах они добавляют парабены. Во Франции это косметика без парабенов. Все, девчонки, пошла я принимать душ после пляжа. Хоть и не купалась, но полная голова песка, потому что ветер был страшный. Всем желаю приятного завершения дня и всего самого-самого-самого-самого-самого лучшего. Пока-пока!